догорает свеча, последняя свеча. Добрый вечер, шепетовка. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, любые друзья. Сегодня у вас в гостях легендарная группа «Фристайл». Я не буду долго задерживать ваше внимание разговорами. Мы сразу начинаем петь для вас. Я надеюсь, что вы будете активно нас слушать, тем самым подогревать и настроение, и свое состояние, и температуру в этом помещении. Мы вам нравимся сегодня, вы нас узнали? Надеюсь, вы по-прежнему такие же молодые и красивые. «Фристайл» недавно отметил 26 лет со дня своего основания, поэтому сегодня программа, естественно, юбилейная. Юбилейные концерты, цикл юбилейных концертов мы продолжаем, поэтому сегодня будет много разных песен. Те песни, которые вы знаете, те, которые любите, те можете приветствовать громко, кричать, свистеть, топать, хлопать. Те, которые не знаете, просто слушайте. Надеюсь, они вам тоже доставят огромное удовольствие. Мы начинаем. Здравствуй, шепетовка, еще раз. Бумажных роз.
Возможно, когда-нибудь, но, к сожалению, вянут бумажные розы. Пусть отвела, завяла наша любовь, и никогда мы не встретимся вновь. Так почему мне уснуть по ночам не дает букет бумажных роз, желтых, как листопад, букет бумажных роз, ты даришь, пряча взгляд, погасла наша звезда, и счастье не песня, очень наша старая песня, немножко в обновленном звучании. Давайте поаплодируем сразу замечательному поэту, который написал стихи к этой песне, поэту, который 26 лет работает в группе «Фристайл» и пишет замечательные стихи для наших песен. Наш клавишник, вокалист-солист группы Сергей Вадимович Кузнецов. Спасибо. Немножко во второй линии меня дайте, пожалуйста, микрофончик, мои господа звукорежиссеры. Так как мы сегодня находимся в Украине, на сцене артисты фристайла, все громадяне Украины, можно оплески. Поэтому вторую песню співаю украинскую народную песню. В знак любви и дружбы между всеми народами, в знак уважения ко всем языкам и в знак того, что мы верим в замечательное будущее прекрасной Украины. Oh,
Спасибо. Несмотря на всю сложность момента, несмотря на весь драматизм, трагедию, конечно, нужно стараться находить в себе силы и жить дальше, улыбаться друг другу, делать добрые дела. Следующая песня, я надеюсь, вам тоже поможет в какие-то сложные моменты жизни. Будьте вспоминать эту песню. Называется она «Ты ни в чем не виноват». Попробуем ее петь тоже все вместе. Да? Попробуем. Автор стихов Сережа Кузнецов. Ну, конечно, немножко я придумывала изначально слова. Сережа мне помог их закончить. Поэтому можно нам поаплодировать обоим за стихи следующей песни. Уже в этом веке и в этом тысячелетии называется она «Капелька».
Группа «Фристайл» сегодня в «Шепетовке». Я даже думаю, впервые, да, Сережа? Впервые у вас в городе. А песню, надеюсь, знаете. Философского немножко смысла, философского звучания, направления. Написана она была, как мы уже выяснили на некоторых наших концертах, по какому-то личному поводу. Сережа Кузнецов написал ее в своей жизни, но мне кажется, она очень отражает и нынешнее время. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы внимательно ее послушали. И надеюсь, что она вам понравится. «Листок календаря».
листу календаря. Убили верну зря. Замёл дорожку холодный снег декабря. Наверное, в жизни каждого человека иногда случаются такие моменты, когда хотелось бы вот не переворачивать этот листок календаря, а оставить все, как было день назад, или час назад, или даже минуту назад. Но я уверен, что сегодняшний листок календаря мы с вами перевернули совершенно не зря, потому что он дал нам очередную возможность снова встретиться с вами, можно подарить друг другу свои улыбки. Yeah.
Спасибо. Вы, конечно же, узнали. Это была «Белая акация», группа «Фристайл», 1990 год. Листаем календарь дальше. Спасибо. Песенный календарь группы «Фристайл»
тем, наверное, и интересен, что его можно листать как в ту, так и в другую сторону, что я сейчас и предлагаю нам вместе с вами сделать. Заглянуть на 3 недели вперед, когда, я надеюсь, в небе будут кружиться легкие невесомые снежинки, когда вокруг будет пахнуть свежей хвоей, а мы с вами будем готовить новогодние подарки для своих родных и близких. И вот тогда, я надеюсь, и мы, и вы вспомним, напоем, может быть, просто намолычим себе под нос новую песню группы «Фристайл», которая называется «Белая вьюга». С наступающим вас Новым годом! Ваши аплодисменты, легенда группы Сергей Кузнецов. Ваши бурные аплодисменты. И следующую песню мы поем таким образом. Ладошки можно поднять, чтобы они вас отдохнули. Вы так замечательно аплодируете. Просто можно ладошки поднять вверх. Попробуйте. Девчонки, молодцы. Дайте осветить нам немножко свет в зал. У девчонок поднимаются, руки у нас растут откуда надо, мужики. Знаете, приятно, что шепетовки у мужиков поднимаются. Ладошки. Поэтому поем песню. Называется она «Цветет». Калина, ладошки вверх. Thank you.
предложением «давайте выпьем». За мужчин. Именно так называется следующая песня. Можете включить мобильные телефончики, можете зажечь огонёчки и помашите эти огонёчки нам из зала. Свет можно пригасить. Мы собираемся все вместе.
спасибо. И украинским мужчинам спасибо, и всем-всем-всем другим, всем, которые переживают за Украину. Ну, всегда нужно переживать, знаете, за слабых, за тех, кто нуждается в нашей заботе. Это вообще нужно всегда. Поэтому, наверное, сейчас такое время, наверное, мы немножко этого не делали. Какое-то время немножко, наверное, об этом забыли. Поэтому сейчас много-много нам об этом напоминается. Я очень верю в то, что впереди у нас замечательное, доброе, прекрасное будущее. Учитоки, ваши аплодисменты. Через 1000 уроков, как оно изменится, оно все такое живое, оно так все меняется. Самое главное — то душевное чувство, которое мы несем. Мне легче разговаривать на русском языке. Ну, вот так сложилось, так я училась в русской школе. Я знаю украинскую мову, я спілкуюся украинскую мову, я дуже люблю спілкуватися. Но самое главное, чтобы меня понимали. И для меня самое важное, чтобы вы меня понимали, чувствовали и чувствовали, как я вас люблю. Поэтому еду за границу, и там тоже на всяких языках мы спілкуемся. Ну, вы же знаете, да? Как ездят за границу. Причем там легче, там как-то из памяти и слова вот эти выходят быстрее. Поэтому, конечно, мы будем учить украинский язык. И дети наши, слава Богу, вот мой ребенок, он знает одинаково хорошо, и ему все равно, для него нет разницы в понимании, какой язык. Но мы не будем забывать российскую мову, потому что язык не убивает. Язык — это прекрасное средство общения. Я очень верю, я это знаю, что на территории российского государства живет огромное количество прекрасных людей, которые не должны с нами становиться за стену,
какое-то непонимание, и мы не должны их всех потерять. Мы за любовь. А правительство пусть занимается своими делами. Конечно, и такая доля на украинцах — разбираться в этом всем. Друзья мои, я вам желаю успеха в каждой борьбе, в каждого вашей борьбе, каждого на своем месте, в своей жизни. Будьте счастливы, пусть Господь помогает вашим делам. А я стараюсь всех людей, которых вот я не понимаю, где-то которые, может, меня обидели, как-то что-то сказали, не так что-то сделали, не то, чтобы мне хотелось. Я стараюсь их прощать и отпускать. И вот следующая песня, я предлагаю во время следующей песни, называется она «Три сосны на бугорочке». Тоже, если кто, у кого там в шкафу скелеты есть, эти скелеты вынимаем и отпускаем. «Три сосны на бугорочке». Я поцеловал его.
лучшая половинка нашего коллектива. 26 лет на сцене в составе группы «Фристайл», при этом 25 лет от роду, как всегда. Нина Кирсо! Если будет очень интересовать, сколько мне лет на самом деле, я в конце концерта расскажу. Если будете просить, я попросил. Нина Кирсо. Жизнь колесницей по свету мчится, то плача, то веселясь. Но, как и прежде, мы любим женщин, и любят женщины нас. В женщине чудо, в женщине тайна. Всей нашей жизни весна, ангел-хранитель, души целитель, сердец властитель, она. Женщина помнит, женщина верит, женщина любит и ждет. Днем или в полночь откроет двери, всегда простит и поймет. Ей посвящаю стихи и песни, ей и цветы, и любовь. С ней улетаю я в поднебесье, чтоб повторить вновь и вновь. Мой ангел по имени женщина, вся жизнь моя только в тебе. Мой ангел по имени женщина, шепчу я спасибо судьбе за счастье святое и грешное, за веру и верность твою, за явь, за мечты, за то, что есть ты, за то, что любим и люблю. Какая женщина,
такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Самые нежные слова, самые добрые песни, все цветы земли к вашим ногам, наши любимые, дорогие, единственные женщины. Мы любим вас, мы жить без вас не можем, мужчины, аплодисменты нашим прекрасным дамам. Виталий Цыганик, Юрий Савченко, Юрий Зирко, автор песни, наш руководитель, композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл» и премьера песни. Thank you.
я нарисую. Группа Freestyle 2014. Спасибо. Вот так и плывем мы на кораблике. Все эти 26 лет на кораблике, который называется не «Титаник», он называется «Кораблик любви». Поплыли дальше, все вместе.
Слава! 26 лет вместе с группой «Фристайл», в составе группы «Фристайл» с прекрасными мужчинами. Давайте им еще раз поаплодируем. И очень приятно, что с группой «Фристайл» работают молодые люди. У нас молодые замечательные директора, молодые замечательные продюсеры с нами работают и замечательный гитарист, который поддерживает нас в последнее время. Виталий Цыганин. И, конечно же, ваши аплодисменты нашему музыканту, нашему аранжировщику, выпускник Одесской государственной консерватории. Последние 10 лет не только работает с нами, но делает музыкальное звучание, придумывает аранжировки для новых песен группы «Фристайл». И вот старые песни в новых обработках, в новых звучаниях – это все его фантазии, его такие музыкальные шедевры. Отец троих детей. Кригорожанин. Юрий Александрович Савченко. Чудесный у нас сидит за барабанами. Такой большой алмаз. Зовут его Юрий Зирка. Украина на груди, можно что-то не поймать. Ваш аплодисмент. Один из лучших барабанщиков Украины. Юрий Зирка. Замечательный поэт. Замечательный музыкант. Прекрасно поет песни, стихи, которые он написал сам. Сегодня вы в этом убедились. Вам понравилась песня «Самая любимая»? Я думаю тоже, это будет хит. Более 100 прекрасных стихов. И, конечно же, жемчужиной будет «Самая любимая» на ближайшие годы, надеюсь. Сергей Вадимович Кузнецов. Я люблю вас, друзья, и я вижу, что это взаимно. Спасибо! Ну и, конечно, наша несомненная, очаровательная. Ах, какая женщина группы «Фристайл». Нина Кирсо. Спасибо.
продолжаем. Thank you.
гарная, гарная, с двумя детьми. Как вас зовут? Наташа. Наталья, аплодисменты. Это ваши дети? А, у нас племянник, он исчез. Вчера был день рождения, да? Давайте поаплодируем. И будет вам подарок. Да? Принесите? Саша, после концерта подойдете, да? Потому что все диски на продаже. Там будто выходите из зала, можете купить диски. А как зовут племянника? Назар. Назар. София. И София. Аплодисменты нашим детям Гармин. Вы знаете, что я предлагаю вам рассказать? Для выполнения следующей песни. Вы будете танцевать с нами? Назар, да, 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 да. Давайте открывайтесь так. Сюда. Потому что песня называется «Метелица». Нам тут как раз не хватает госпожи Метелицы с двумя детьми. Большой, и потом привезет какой-то большой фестиваль, и будет много-много детей, потому что так много песен.
И когда мы уже со всех отправимся, ну кто-то же должен будет петь эти песни. Хотя у них будут уже свои песни. Давайте всем нашим деткам поаплодируем. Всем вашим, нашим, тем, которые на сцене. Друзья мои, а мы можем с вами поклониться? Можем? Давайте, пока. Спасибо, Шепута. Провожаем аплодисменты на замечательных наших гостей. Вам тоже будут диски, хорошо? Вы обязательно не уходите далеко, ладно? Вам покупать не надо. Аплодисменты. Все, мы пойдемте, все, концерт давно закончен. Молодцы, аплодисменты, подождите. Так, и здесь, пожалуйста, пожалуйста. Малышку, пожалуйста, примите. Внимание. Спасибо большое. Вот сегодня, ну, могли свет выключить. Ну, кто-то в яму свалится из артистов пьяных. Но ничего плохого сегодня не случилось. Я хочу пожелать вам, чтобы ничего плохого с вами не случалось, чтобы только хорошее. И вы ждите группу «Фристайл». Я надеюсь, что мы к вам приедем. Прощай навеки, последняя